черному ангелу так тяжело. Каторжный труд Бог возложил на него. Люди не видят крылья и нимб, рога и копыта мерещатся им. Черному ангелу сложная роль. Должен помочь, но приносит он боль. Не понимая, что это к добру, люди злословия шлют и хулу. Черному ангелу злая судьба, белым не стать ему никогда. Белых не слышат грешные уши, порочным душам ангел черный нужен. Черный ангел, темный ангел, он пришел с улыбкой, посмотрев на мир, разрушил до основания, наизнанку вывернул душу людей, показав им плод запретный. Люди, стон, крики, боль, но и весь мир разделен. Наступил день, и пришла пора людям ответить за свои грехи. Десятки черных ангелов пробудились. Они вышли на улицы, чтобы встретить этот конец. Конец, который так давно приближался. Конец, к которому никто не был готов. Это был страшный конец. Но что будет после конца? Будет ли после этого конца новое начало? Или все? Это конец всех концов. Никто не знал ответ на этот вопрос, кроме черных ангелов, которые спустились с небес, и началось. Крики, боль, смерть, разрушение. На земле воцарился ад.